В последнее время появилось много мошеннических сайтов, которые копируют официальный сайт stopcoronavirus.rf. Данные сайты похожи внешне, но называются немного иначе. Более того, информация, которая там указана, недостоверна. Официальный портал stopcoronavirus.rf – это информационный и достоверный ресурс. На нем публикуют ежедневную статистику по коронавирусу, актуальную информацию об ограничениях и разрушают мифы о вирусе. Через него нельзя записаться на прием к врачу или указать свои данные о здоровье. Однако записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, а также обратиться по номеру 122 и 220 003. Калымчанам рекомендуют быть внимательнее и доверять только оригинальному сайту.